Я приветствую вас, друзі, в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Адже сьогодні наша розмова, я думаю, буде дуже цікавою і плідною. Тому що у нас в гостях директор дитячої музичної школи номер 5 Ларіса Столярова. Це чудова жінка, яка завжди готова і розповісти, і навіть показати. Лариса Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Очень-очень рада видеть вас в нашей студии, потому что вы – это всегда праздник, вы – это фейерверк эмоций, и вы – это еще и глубина знаний. И вы всегда Спасибо. Приходите не одна, а в сопровождении очень интересных гостей, о которых наши телезрители, и которых наши телезрители увидят чуть-чуть позже. Лариса Викторовна, и так заканчивается учебный год. Год сложный, конечно. Да, каким он сложный. Был для вас? Будьте добры. Ну, вы знаете, конец действительно учебного года, он знаменуется подведением каких-то итогов. Год действительно был очень непростым для всех нас, для всей нашей страны, для каждого жителя Украины, для каждого гражданина. Мы все переживаем, потому что это все наше родное. Но, тем не менее, мы продолжаем работать с детьми. Но вы переживаете очень активно. Конечно, конечно. Вы переживая, продолжаете учить и показывать. Мы продолжаем учить доброму, вечному музыке. И за этот год нам, конечно, есть чему порадоваться. И, вы знаете, отчитаться перед нашей громадой о том, что коллектив детской музыкальной школы, он всегда на боевых позициях. И наши ученики тому подтверждение. Я сегодня вам покажу наших детей, начинающих учащихся. Это будут ученики первого класса, но вы услышите, что можно и в первом классе получать большое удовольствие от занятий музыкой. А в этом году у нас хорошие результаты. Наши ученики, подготовленные замечательным нашим педагогическим коллективом, прекрасными преподавателями, они приняли участие в различных конкурсах. Конечно же, это были городские конкурсы, конкурс пианистов младших классов. Это был замечательный вокальный конкурс «Песенна мозаика», который в следующем году уже проведет встречу в 10-й юбилейный раз. Наши вокалисты нашей школы заняли второе место. Это и областные были мероприятия, это был областной фестиваль юных пианистов, начальных закладов эстетических. Это... Вот сейчас показывают да, ну, Валентин конечно Пантелеич. Же, здесь дипломы, все не поместилось. Конечно, это даже не малая часть, это тысячная это, доля, да? Это малая часть наших заслуг в этом году, потому что действительно есть чему порадоваться. И мы приняли участие в начале практически года 2015-го в замечательном всеукраинском конкурсе, который проходил в городе Полтаве. Он назывался «Украина, моя любовь». И как-то так повелось, что мы, знаете, ездим дружным творческим коллективом. Наш город, нашу область представляли 36 учащихся и 12 педагогов. И действительно, воистину, эта поездка для нас стала такой очень плодотворной. Мы привезли 12 победных Ух наград. Ты, 12 дипломов. Наград. Да. А еще интересной особенностью этого конкурса является то, что гала-концерт будет проходить в столице нашей державы, в Киеве. И мы уже ждем приглашения на этот концерт. А, конечно, полтавчане не были удивлены, сказали, ну вот, приехал Николаев и забрал все призовые места. Ну, пусть знают наших. Ну, пусть знают наших, действительно. Наши дети приняли участие и отметились в городе Одессе на 4-м открытом детском конкурсе клавирной музыки «Всесвет Баха». И ученица нашей школы, да, Ляхова Настенька, вот я вам покажу даже буклет. Замечательные организаторы, которые очень, знаете, вот серьезно отнеслись к тому, что дети и Бах – это вечность. И вот наша Настенька
Вот буквально на первых страницах наш ребенок. Чуть-чуть вот так. Вот ага, она, вот она, вот она, видите? Да. Так, она наша победительница. Ага, Лариса да. Викторовна, так давайте сейчас, вот Настя, дорогие телезрители, дело и в том, начнем. Что вот эта Настя, которая здесь вот в буклете, уже чья фотография уже здесь в буклете, она у нас сейчас в студии, и она готова, дорогие телезрители, для вас продемонстрировать свое умение. Давайте послушаем, давайте. Давайте. Совершенно замечательная Настя, телезрители, я думаю, что вам понравилась эта девочка, ученица первого класса преподавателя Мороховой Ольги Юрьевны. И эта девочка, невзирая на то, что она первоклассница, но в этом году она приняла участие в 3 конкурсных мероприятиях. И везде практически она получила диплом победителя, 2 место у нас было, диплом участника, это тоже очень важно. Вот в Одессе на конкурсе клавирной музыки ее даже очень отметили, потому что ребенок у нас такой перспективный, и мы этому весьма рады. Как-то вы умеете находить эти маленькие драгоценные камешки и растить из них настоящих бриллиантов? Ну, наверное, в этом и призвание настоящего преподавателя, вот действительно из этого маленького камушка взрастить в дальнейшем красивый, сияющий гранями бриллиант таланта. Ну, это наше призвание, это наша работа. Ну и мы, конечно же, не покладая рук, в этом направлении работаем. И я вот еще очень бы хотела сказать, знаете, мы в Полтаву повезли очень разные направления, и фортепиано у нас было представлено, и народные инструменты. Наш оркестр победителем оказался среди оркестровых коллективов, получил 1 место, жюри было просто в восторге от их исполнения, и тоже оркестр получил приглашение на гала-концерт в Киеве. Мы повезли очень интересные номера, которые, знаете, как стали результатом взаимодействия, наверное, так, у нас же всегда вот такое межсубъектное общение с ребенком. Вот пришлось уже тоже, раскрою маленький секрет, взять немножко огонь на себя. Заболела наша ученица Мироненко Полиночка, а мы готовили замечательнейший номер Джузеппе Россини, вокальный номер «Дуэт кошек». Это очень известный в мире классический дуэт, дуэт буф, то есть дуэт шутка, который исполняют звезды первой величины. Ну и жаль было, конечно, прощаться с такой музыкой. Пришлось взять роль кошки так на себя. Так вы играли же роль кошки. Мы играли и пели, пришлось помяукать вместе с учеником. Это, конечно, знаете, для меня тоже немножко было неожиданно, потому что я-то не готовилась к этой роли. Я только готовила детей на это выступление. Но тоже получилось очень как-то даже неплохо и интересно. Наш дуэт тоже прошел на гала-концерт. Ну, посмотрим, каким дальнейшим образом это все здорово. У нас произойдет. Вы находитесь, вы не только наблюдаете и учите, вы еще и в гуще событий всего. Вы знаете, Лариса приходится Викторовна. Быть играющим тренером, а у нас практически 99% нашего педагогического коллектива играющие тренеры. Ну, иначе быть просто не может. И очень тоже интересный мы возили детский творческий коллектив «Трио трубачей». И особенностью этого трио является то, что там играют одни девочки.
А вы прекрасно знаете нашего замечательного педагога Федора Михайловича Каменецкого, который взращивает юное наше дарование, и класс трубы в нашей школе очень силен, и мы этим гордимся. И вот я хотела бы вашему вниманию тоже, мы пришли с еще одной замечательной девочкой, победительницей конкурса, всеукраинского конкурса «Украина, моя любовь», Кананыхиной Инночкой, которая в сопровождении концертмейстера Чайпурной Ирины Николаевны вам подарит веселый настрой. Друзья мои, давайте послушаем трубу. Труба очень красивый инструмент, а девочка, когда держит трубу, это вообще нечто. Да, вот наши девчата... Слушайте, какие молодец, спасибо, Инночка, потому что спасибо, Настенька. Главное, что не волнуются, смотрите, главное, в студии, конечно, в прямом конечно, эфире дети. Знаете, у нас дети боевые, вот видно они сразу. Всегда готовы, видно они сразу, всегда в тонусе. Но рука педагога прежде всего. И Инна у нас тоже ученица первого класса. Первого класса. Да, мы сегодня специально к вам пришли показать наше юное дарование. Понятно, когда ребенок имеет за плечами большой опыт выступлений, когда он уже не первый год обучается, то действительно это уже так, знаете, как очень весомо, очень ценно. Но не менее весомо и ценно для нас творчество наших малышей. И особенно вот тех детей, которые только буквально переступают порог, отделяющий обыденную жизнь от прекрасного царства музыки. Поэтому, конечно же, это наша радость, это наша гордость. Ведь именно из этих ручеёчков в дальнейшем, которые вот вплетаются в единую реку жизни, в реку искусства, в реку прекрасного, все продолжает жить дальше. Ибо не будет нашей маленькой поросли, не будет и наших потом больших взрослых достижений и результатов. И вот хотелось бы, знаете, говоря о конкурсной работе в этом году, еще сказать, что наши дети съездили в город Днепропетровск на всеукраинский фестиваль вокальной музыки. Они получили дипломы, они стали дипломантами этого конкурса, что нам тоже очень приятно. И, конечно же, наша школа всегда славилась своим народным отделом. Не могу не сказать слова благодарности нашему незабвенному Геннадию Сергеевичу Шибалову, которого, к сожалению, сегодня нет с нами. Но он стоял ведь у истоков нашего замечательного филармонического коллектива «Узоры». Он был художественным руководителем филармонии и 27 лет руководил нашей школой. А его память, вот его рука чувствуется и до сих пор. Мы храним свято наши традиции. И работа отдела народных инструментов, она всегда, как, впрочем, и любого отдела нашей школы, всегда вот на виду у всех. И с нами сегодня тоже есть дети, но мы их пригласим, наверное, немножечко, чуть-чуточку позже. А я вот хотела сказать, вот буквально недавно, в апреле месяце у нас прошел замечательный третий региональный открытый конкурс народной музыки «Золотая струна». И мы очень тщательно, очень кропотливо готовились к участию в этом конкурсе, тоже показали очень хорошие результаты. Наш оркестр тоже стал победителем.
этого конкурса, получил второе место. Знаете, как с учетом того, что первого не было, мы его считаем практически первым местом. Вот, для себя, для нас это тоже очень большое достижение. И мы очень рады, что, знаете, где-то выезжая за пределы города, а потом участвуя в наших мероприятиях, мы доказываем свою состоятельность. Потому что дома вроде бы и легко выступать, но в то же время, знаете, как более критическое оценивание, потому что ведь никто не видел, как ты там выступил, где-то там далеко. А вот дома, здесь, среди своих коллег, среди маститых мастеров, наверное, да. Это каждый конечно. Музыкант нас поймет и поддержит в этом, и каждый артист поймет, что действительно вот дома хоть стены и помогают, но это очень ответственно. Очень ответственно. И в этом конкурсе принимали участие музыканты из 5 областей Украины. Очень много было творческих коллективов, детских, очень много было хороших, замечательных солистов. И в этом конкурсе мы получили 8 побед. Какие молодцы! Да, нам очень приятно, что 5-я музыкальная школа, она гордо несет искусство вперед и держит высокую марку. Ну, наверное, для этого мы и работаем, и существуем, чтобы показывать, что музыка жива, потому что жива человеческая душа, конечно. Невзирая ни на что, ни на какие перипетии, ни на какие преграды и проблемы. Конечно же, не остается коллектив нашей школы в стороне от социальных проблем нашего государства. Мы стараемся тоже принять участие в различных мероприятиях. Мы принимали очень активное участие в подготовке и проведении концерта на 225-летие нашего любимого города. Был дан прекрасный концерт «Миколаївський Монмартр» в дворике Русского академического театра. При большом стечении народа, очень красиво, очень здорово. И вот, пользуясь случаем, я сразу хотела бы всех наших горожан, любителей музыки, пригласить завтра в великий день святой нашей великой победы, туда же, во дворик Николаевского академического русского театра, где в 15 часов пройдет замечательный концерт. Будут представлены творческие коллективы и исполнители всех школ эстетического воспитания нашего города. Приходите, дорогие друзья, поддержите наше юное дарование, полюбуйтесь, порадуйтесь, потому что это праздник молодости, праздник души, праздник сердца. И пусть детское исполнительство, оно в этом оно согреет поможет, душу, оно согреет, омолодит сердца, потому конечно. Что все-таки с весной какое-то, знаете, воскресает в душе надежда на лучшее, на более светлое. Конечно, дорогие телезрители, обязательно приходите завтра во дворик Русского театра, и я думаю, что действительно ваши сердца и согреются, и глаза заблестят. Ну, в общем, вы сами все увидите. Лариса Викторовна, ну давайте послушаем, там домбристы уже засиделись. Вот, наверное, уже наши дети засиделись, хочется дать им слово. Давайте. Я, знаете, как подготовлю немножечко, буквально двумя словами. Вот возвращаясь к конкурсу «Золотая струна», наш преподаватель Наталья Васильевна Ярош, она много лет работает в школе, это наша воспитанница нашей школы. Знаете, вот эта преемственность опять-таки прослеживается, когда дети, которые когда-то учились, стали взрослыми и вернулись дарить свое творчество, делиться радостью общения с музыкой с другими детьми, это же дорогого стоит. Это дорогого стоит. И наши педагоги, Ярош Наталья Васильевна и Кузьмина Елена Петровна, подготовили 2 ансамбля домристов младших классов, которые мы сегодня с вами услышим, и ансамбль домристов старших классов, который тоже получил первое место. А наши малыши, они покорили всех, потому что сейчас прозвучит произведение, которое знакомо, наверное, каждому с детства. Это любимый кузнечик Владимира Шаинского, но, поверьте, он совершенно в новой трактовке. Я думаю, что сейчас вы с радостью послушаете ансамбль домристов младших классов «Маленький виртуоз». Да, и покоритесь тоже им, их искусству. Давайте послушаем. Thank you.
Дорогие друзья, вы сейчас, дорогие родители, вы увидели, какие просветленные лица у этих наших маленьких гостей, которые только что в прямом эфире телеканала «Николаев» играли для вас бессмертную песню «Зеленого кузнечика», совершенно в иной обработке, в такой новой, красивой. И я думаю, что вы тоже хотите, чтобы и ваши дети тоже светлели лицами, и вы вместе с ними, Лариса Викторовна. Но я знаю, что... Ну, конец года – это не только, не знаете, только как, у нас цикл бесконечный. Это конец года и начало следующего учебного года. Поэтому всех, кто хочет учиться музыке, мы приглашаем поступать в нашу детскую музыкальную школу номер 5. Мы находимся в Заводском районе по улице Дачная, 50. И буквально вот уже 16 мая у нас будет первое вступительное прослушивание. Приходите, пожалуйста, обращайтесь к нам по нашим рабочим телефонам, вот по этому адресу. Дачная 5. Дачная 50. Дачная 50. И здесь два наши рабочие телефона. 34-01-47, 34-30-34. А 28 и 29 числа мы продолжаем вступительное прослушивание, но... Школа не закрывается, и в июне месяце мы работаем до 20 июня. Мы готовы принять всех, кто проявит такое желание и в июне к нам прийти в школу. Мы всегда открыты для общения. А дополнительный набор обычно у нас осуществляется в августе месяце. 15 направлений музыкального искусства ждет вас, уважаемые друзья, ждет ваших детей. Это и саксофон, и гитара, и кларнет, и баян, и аккордеон, и флейта, и бандура, и домра, и фортепиано, конечно же, и сольное пение, и академическое, и эстрадное. Все, что душе угодно, пожалуйста, развивайте таланты ваших детей. Занимайтесь вашими детьми. Подарите детям возможность познакомиться с прекрасным и самим, стать замечательными юными музыкантами. Пусть как они не станут профессиональными музыкантами, но музыка сделает их лучше, сделает их добрее, сделает их отзывчивее и чище. Действительно, вы видели, какие лица были у наших детей. Да, совершенно просветленные такие. И у девочки, у Насти фортепиано, и у Инны, которая играла на трубе. И вот у этих домбристов... Вы видите, ну, дети же пропускают через себя эмоции. И они переживали за этого кузнечика. Конечно. Вот какие-то там у него там неприятности были. Но потом все ведь хорошо. И да, всё хорошо. Они даже заулыбались, и лица просветлели. Ну, потому что, ну, детская душа, она открыта хорошей эмоции и хорошему переживанию. Отвлекайте ваших детей от компьютеров. Дайте вашим детям возможность заниматься настоящим, живым делом. Лариса Викторовна, что вы можете возразить на то, что многие ссылаются на нехватку времени, нет, вот хочу на саксофоне, а нет инструмента и так далее, вы знаете, хочу на трубе, нет трубы. Вы знаете, для человека, который хочет, невозможного нет. Ну, древние ведь не зря говорили, что тот, кто хочет, ищет возможности, кто не хочет, ищет оправдания. Да, можно себя оправдать, действительно, нет времени, но ведь это доказано, что дополнительные занятия, они, наоборот, систематизируют время, они приучают ребенка к дисциплине, потому что он должен научиться соизмерять какие-то свои дела и какое время он должен тратить на тот или иной вид деятельности. У нас дети, они, наши ученики, ведь они не только в общеобразовательной школе учатся, да, и в музыкальной школе. Очень многие дополнительно занимаются спортом. Помните, мы в прошлом году к вам приходили тоже с замечательным девочкой, трубачом, да, нашей Дариночкой Цыгановой, которая является чемпионом области по художественной гимнастике. Лариса Викторовна, понимаете? Извините, я вынуждена вас прервать, но время нашего эфира уже все закончилось, совершенно мы не можем больше ни минуты говорить. Друзья мои, я думаю, вы запомнили, что нужно обязательно детей учить музыке, ну хотя бы иметь такое стремление. А сегодня у нас в гостях была директор детской музыкальной школы номер 5 Лариса Викторовна Столярова и ее замечательные ученики, которые радовали вас сегодня. И я думаю, что будут радовать еще не раз. Це була розмова на тему. На все добре.